что это такое? Да беременна. Что мы будем делать? В новом выпуске «Беременна в 45». Просто у меня есть определенные проблемы со здоровьем. Ты мне сейчас только об этом говоришь? Доктор, у меня у мужа онкология. Я переживаю, что на ребенке это может отразиться. Нам пришли результаты вашего первого скрининга, и там есть высокий риск патологии. Очень переживаю, что будет с ребенком. Он хлопнул дверью, с психом убежал отсюда. Самое важное сейчас – родить здорового ребенка. «Беременна в 45. Реалити в непростом положении». В понедельник в 18:30. Новый сезон на Ю.